меня Бублик и Бандит не найдут. Я лучше всех умею играть в прятки и прятаться. А все почему? Потому что я королевский корги. И хоть я маленький, но король. Ой, а что там такое интересно? Может, там посмотреть? Есть новая информация. Король всех миров забрел в реальность, где вы сейчас находитесь. Вы должны его вычислить, действуйте быстро. И помните, он нужен живым. А остальных вы можете уничтожить. Будет сделано, шеф. Так, кто бы там ни был, выходи! Привет, человечихи! Корщик! Королевские корги? А как ты сюда попал, малыш? Отлично! Думаю, никто не заметит подмены. Я тоже так думаю. Мы найдем этого непонятного короля всех миров. Шеф будет нами доволен. Это Комкидс. Крутые детки. Ку-ку, ёжики! Шо? Опять все по новой? Как жаль, что нет Егора. А что, он бы сказал, да как же они все задолбали? Нет. Он бы заорал: «Бежим!» Слушайте, а от кого мы все время убегаем? Кто это такие? Походу, это чудовище Тревора Хендерсона. Мультяшные мыши. А они опасны, интересно? Ну, фанаты и хейтеры считают, что да. Но мне почему-то кажется, что нет. Ребят, давайте на всякий случай лучше в класс забежим и дверь закроем. Давайте. А то тут такое эхо, что мне кажется, как-то тихо не говори, все равно услышат. Надо же, такие умные, продвинутые дети. Обсуждают, что мы не очень опасные. Да, ну и правда. Мы же не такие классные, как Cartoon Cat и Cartoon Dog. Ну и что? Они должны думать, что мы опасные. Давай их еще раз напугаем. Давай! Надеюсь, здесь меня Бублик и Бандит не найдут. Я лучше всех умею играть в прятки и прятаться. А все почему? Потому что я королевский корги. И хоть я маленький, но король. Ой, а что там такое интересно? Может, там посмотреть? Итак, 8А, если эти мыши не опасны, то мы не должны обращать на них внимания. И вообще, школу никто не отменял. Поэтому сейчас мы повторим старый материал, а потом перейдем к новой теме. Быстро же эти учителя могут перестроиться. Мне кажется, их хоть в 2 часа ночи разбуди, они начнут тему урока рассказывать. Не говори, все время заставляют нас учиться. Вообще-то мы в непонятной реальности. За нами гоняются какие-то странные мыши, Виолетта Борисовна. А ну-ка прекратите разговорчики! Если учитель сказал, что надо учиться, то надо учиться, несмотря на окружающую обстановку. Капец как страшно! Ну, вот видите, ничего нам эти мыши не сделают. Ну и что теперь делать? Нам же надо выполнить свою миссию. Да, соглашусь, что превратиться в мышей была плохая идея. Просто хотелось их напугать, чтобы они со страху выболтали нужную нам информацию. Если мы не справимся, шеф взорвет нашу родную планету. О, а вот как раз он и звонит. Что называется, вспомнишь его, он и появится. Алло? Есть новая информация. Король всех миров забрел в реальность, где вы сейчас находитесь. Вы должны его вычислить, действуйте быстро. И помните, он нужен живым. А остальных вы можете уничтожить. Будет сделано, шеф. У тебя есть план? Да.
Нам надо превратиться в самих детей, чтобы узнать, кто из них этот непонятный король. Но если это король, значит, это, наверное, мальчик. Значит, превращаться мы будем в девочек, чтобы их охмурять. Только так мы сможем его вычислить и похитить. Надо дождаться перемены. Меня беспокоит, что части класса нет, а учителя этого как будто не замечают. Егор и все остальные очень странно пропали. Да, странно, не то слово. Но не переживай, они вернутся. Меня больше беспокоит, что школа новая, и я никак не запомню, в каком кабинете мы учимся. Ну, вроде должны быть вон в том кабинете. Давай зайдем посмотрим. Может, кто-то из наших уже там? Они заперты. Это не наш кабинет. Пошли отсюда. Пошли. Странно, но дверь почему-то не открывается. Значит, кто-то нас закрыл. Ты же не думаешь, что это простое совпадение? Это ловушка. Но только кто нас закрыл? Ты это слышала? Так, кто бы там ни был, выходи. Привет, человечихи. Корчик, королевский корги? А как ты сюда попал, малыш? Это кто тут, малыш? Меня уже начинают бояться Бублик и Бандит. Я это прям чувствую всей шкурой. А все потому, что я великий король Корг Третий. Ну ничего себе! Ты лучше расскажи, как ты здесь оказался. Мы играли в прятки. Я убежала от всех. Наверное, они меня ищут и никогда не найдут. Хи-хи-хи. Нас тоже, походу, не найдут. Так, человечихи, а вы мой кружащий рэпчик смотрели? Да, отличный получился. Мы уже несколько дней поем. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я буду даже круче, чем Бублик и Бандит. Кстати, а где это мы? Это школа? Только она странная какая-то. И не говори, Коржик, тут всякие чудовища по коридорам бегают. Ставь лайк, если в твоей школе тоже только одни чудовища бегают. А что за чудовища? Надеюсь, не страшные мультяшные мыши? Так, стоп. А что ты знаешь про мультяшных мышей? Да так, ничего. Мне просто недавно один кошмар приснился. До сих пор отойти не могу. Странно это все. Знаете что? Нужно выбираться из этой школы. Давайте подумаем, как это можно сделать. Отлично. Думаю, никто не заметит подмены. Я тоже так думаю. Мы найдем этого непонятного короля всех миров. Шеф будет нами доволен.